Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем проходить игру Prime World Defenders. Итак, руины библиотеки. Следующая карта. Помимо центральной базы, у защитников есть укромные схроны в разных местах Prime зоны. Добытый в подземных пещерах Prime был временно доставлен в одних из них, расположенный на развалинах старой имперской библиотеки. И это привело к себе неназойливое внимание Чуди. Но мы не позволим им забрать то, что добыли с таким трудом. В общем, вот так. Достижение. Улучшить 5 башен до 2 уровня в течение боя. Выиграть уровень, не используя магию. Ну, посмотрим, ладно. Играть. Посмотрим, что получится. С каждым... Чувствуется, как с каждым уровнем становится все тяжелее и тяжелее. Мы смогли отогнать Чуть, но часть Прайма уже не вернуть. Сейчас они соберутся с силами и снова пойдут в атаку. Значит... Я видел несколько боровиков по дороге. Учти, в лоб их не возьмешь, так что придумай какую-нибудь хитрость. Например, перекрой один из проходов башней или камнем. Вот так вот. То есть нам говорят, что нужно перекрыть... камнем некоторые пути, чтобы они, враги не смогли обходить нас. То есть сделать какой-то один путь, чтобы они по нему шли, исключив другие, и атаковать именно по этому одному пути. Блокировка. С помощью башни или камня можно блокировать путь противнику и заставить его идти в обход. Внимание! Приближается первая волна Чуди! Ну давайте чуть... Давайте ставим быстренько, чтобы надо их уничтожать. Ой, чувствую, тяжко будет почему-то. Не знаю почему, но будет тяжко. Давай, давай, лупим их. То есть мы там поставили камень, здесь загородили башнями. Давайте тут замедлячечку поставим, чтобы они потихоньку осаживались. Пока лупим их. Пока получай! Все нормально. Получай, блядь. Зверобой, к нам боровики в гости идут. Слава богу, бегают они не быстро. Боровик. Этот гигантский уволень обладает огромной силой и невероятно крепок. К счастью, наросший на нем мухомор сдерживает его ход. И скорость у боровика очень маленькая. Какой-то деган. Ну, давайте, тяжело сейчас будут. Ох, они какие-то крепенькие, гляньте, как они идут медленно. Блин, тяжело будет. Мы, наверное, не задуплим этого. Сука. Ля, гадость. Ой-ой-ой, что это за плохо. Замедляет их. Не успеваем нихера. Блять, надо, короче, вот это огонька поставить. Чух, скорострельность увеличиваем. Все, о, замочили этого барайчка его. Так, ну пока мы держимся, но тяжело. Давай дуплим, прямо идет следующая цель. Волна. Так, надо быстренько, что он, блин. Вот эти, они, конечно, жесть. Они очень тяжелые для уничтожения. Давай. Дуплим потихонечку. Сейчас насобираем на еще одну. Блядь, эти идут, наркоманчики уже. Ой, тяжело, ребята, тяжело. Давайте, может, улучшимся. Тридцатничек. Чух. Сейчас моя башенка будет тушить. Дай боже. Давайте сюда ставим. Сейчас застреляем их к единям.
Давай, давай, ничего ты никуда не понесешь, родной. А, они... Ай, хитрые, сука, они друг друга пере... Ага, ладно, один унесли камень. Мудо-пидорасы, блядь. Сейчас мы их, сука, застрелим тут, мудаков сраных. Ну сдохни, ёб твою мать. Ты ж улучшенное дерьмо. Так стреляй подобающе. Вот это веселье! Да нихуя не веселье. Надо, короче, эту штуку, которая травит. Бам! Ох, сейчас чувствую, пиздец будет. Бу! Бля, две унесли, сука. Ёбаный в рот. Что-то походу проебу я сейчас чуть-чуть, мне кажется. Заряжай! Мы уже сколько башен улучшили, что они еле, блядь, стреляют. Пиздец. Ебать, они унесли. Я ебу. Ну это пиздец. Надо огнедышащего ставить его. А куда огнедышащего ставить? Бля, сейчас обход пойду. Получай подарок, монстр. А, так они дольше будут отходить, так. Вот так и надо делать было, блядь, вот я тут по мудлану. Так и надо было делать. Они ж так дольше будут обходить. Ну, сука, улучшайся, ты гадость. Сейчас вы, сука, потравитесь, пидорасы сраные. Старички, боровички. Старичок, приходи на пикничок. Да, в следующий раз надо будет взять что-то потяжелее стрел и грязи. Да все нормально, что ты начинаешь. Кипишоваги. Сейчас мы боровичков размочим, я вам отвечаю. Давай, 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 сука, жми, блядь. Все, улучшились. Сука, давай, давай, добивай. Сейчас потравим, блядь. Заряжай. Ну что ты, блядь, сейчас пизда ему, уже все. Я победил. Ну что они там, пошли, пошли, ебать. Тырить мои... Мой прайм. Ничего у них не получится. Сейчас мы их задуплим здесь. Я изначально сделал неправильно, потому что нужно было сделать им длинный путь, вот так, чтобы они обходили, долго-долго обходили. Я об этом не подумал. Поэтому я в стратегии обычно не играю, потому что у меня с этим проблемы чуть-чуть, с логикой. Но все равно я выиграл. Я выиграл. Заебись, вода. Даже две звезды получил. Я думал, одну получу. Ну ладно. Угу. Ледяная буря. Осколки магического льда замедляют всех врагов в радиусе действия. Противники теряют 20% скорости на 10 секунд. Вот это круто. Продать, забрать. Забираю, конечно. Символ ветра. Древний оберег стихийных магов. С помощью его можно перековать карточки в кузнице в два раза эффективнее, чем обычной картой. Забрать. Круто. Сейчас что-то улучшим. Четвертый уровень. Опа, опа, опа. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Доступен новый экран, магазин. Вот это интересно. Посмотрим, что тут есть.
За победы вы получаете серебро и звезды, которые можно потратить в магазине на новые карточки, наборы карт и сундуки с сокровищами. Купите этот набор и получите одну редкую карту. Редкие карты лучше обычных, их можно перековывать на 10 уровней больше. Ого, редкий бустер, одна карта. Да, 4 звезды требуют, у нас 15 звезд, я помню там. В зависимости от того, какие карты выпали, вы можете использовать их в коллекции или кузнице. Огненный шар. Вызывает огромный огненный шар, который носит 190 урона всем противникам в зоне поражения. Забираю, конечно. Чтобы пройти дальше, нам придется одолеть Лешего. Это его территория, и вся местная чуть подчиняется ему. Он очень силен, и нам ни разу не удавалось его победить. Если победить не получится, лучше провести несколько рейдов по известной прайм-зоне. Накопим ресурсов и улучшим нашу защиту в кузнице. Можно выбрать задание полегче, но и награды больше там не жди. Большой. Это средняя по сложности задание, придется попотеть, но можно найти больше серебра для кузницы. А можешь рискнуть и выбрать сложного противника в надежде найти редкий артефакт. Тебе решать, зверобой. Ну, в общем, это местный хуй, а это его яйца, короче. Почему-то три яйца получается. Ну, придется сначала или его одолеть, или вот этих утырков, чтобы поднасобирать еще силенок. Давайте зайдем в коллекцию. Я так до конца не понял, как там чего улучшать. Вот улучшить бы огненную башню. А нельзя вот эту хероту улучшить? В кузницу хочу. Подожди, а улучшение? Символ ветра. И что дальше? Ладно. Кузница. В наборе. Огненная. Блять, что-то не пойму чуть-чуть. Не сюда зашел. Заходим в кузницу. Выбираем карту. Ну, допустим, не, где наш огонь? Огненная башня. Окей. Символ ветра. А, прогноз, уровень 2, эффективность плюс 10%, 6 урон. Готово. Хочу выполнить перековку. Джж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 ж
нормально. Забрать. Ну, больше, судя по всему, тут ничего нельзя, да, улучшить, я так понял. У меня тут ничего нету из этих карт. Или что-то можно сделать. Прогноз. Так, а что будет? Я не понял, сейчас что-то сделаю, что будет, что будет. В смысле, эта хуйня у меня исчезнет, что ли? Я не хочу, чтобы она исчезла. Блядь. Не говорите, что она исчезнет. Потому что я, сука, буду злой. А, что на туре птицу замочил свою? Как так-то? Ебать, я птицу проебал. Я ебу, блядь. Пиздец, Витьку и Коле. Ебать, я коловчина. Я ебашу. А как же, блядь, теперь быть мне? Ебануться. Деревянная башня, блядь. Короче, пиздец. Вот это я дал. Я в ахуе. И как же быть теперь-то? Я карточку проебнул свою. Чуть-чуть, ебать. Шо я, блядь, жму? Ебаный я клоп. Отмена, отмена, стой. Кузница. Перековка, эволюция. Перековка, выбрать. А там где-то с магией что там, блядь. Или это здесь. Эволюция. Ну, допустим, ядовитая хуйня. Хотя бы магазин. А что можно купить? О, я что-то еще могу купить. Три карты могу за 11 звезд купить. Роскошный сундук. Уникальный бустер.
Блять, купи. Ух ты, ёб твою мать. Испытай удачу. Сокровище. Ледяная эмблема. Магический свет. Я ж не знаю, что это такое вообще. И, блядь. Это HCP, да, с его помощью можно перековывать карточки, ебануться. Людям в зоне действия фиглиться. Короче, хуйня какая-то. Ебануться. Ебу. Простая дешевая деревянная башня. Да, нахуй, у меня уже есть. 175. О! Забрать. Все, нахуй, иди. Так, а вот магия, редкость. Это ж, блядь, огненный шар. Вызывает огромный огненный шар. Я это могу сейчас, да, забрать? Ебануться, тут не гнуться. Чик. Заебись. Башни. Кузница. А, то есть это было, я магию нашел, да? Или нет? Башни. Пиздец, с башнями я, конечно, чуть проебался. Ну ладно.